Я думаю, что на самом деле царевич Дмитрий значил для российской истории даже не меньше, чем Петр I, потому что смутное время, что там лжедмитрий I, лжедмитрий II, и вот эти долгие все мысли, что как же он, может быть, все-таки выжил там и так далее. Ну, кратко напомню, что это сын Ивана Грозного от шестого незаконного, кстати, брака с Марией Федоровной Ногой. Вот, вот такой вот красавец, отрок, царевич Дмитрий. Вот, убиен в Угличе в возрасте 8 лет. Мне довелось бывать там неоднократно. Вот, очень красивые шатровые храмы, 14 век. Вот, всем рекомендую.